Готов? Михаил Александрович, вот сейчас сложная ситуация на СЭПа сложилась, да, легендарные предприятия, легендарные холодильники, да, название Саратов. Сейчас многие беспокоят эта ситуация, тем более, что Саратов сейчас будет претендовать на звание города трудовой доблести, и как бы уже от доблести, получается, ничего не остается, да, то есть оборонные предприятия в трудной ситуации, авиационный завод уже давно нет и так далее. Вот как вы видите, роль городских властей может быть в решении этой ситуации? Вообще, ваше мнение об этом? Ну, на самом деле, это одно из крупнейших предприятий города и вообще, наверное, промышленности и области, и в стране. И, конечно, мы знаем историю, непростую историю «Тантал», авиационный завод, один из флагманов отрасли, от которого на сегодня только остались, наверное, архивные материалы. Это и стройматериалов по выпуску силикатного кирпича. Мы это все прошли уже. Конечно, в первую очередь и в голову должны думать собственники, учредители таких предприятий, когда работают тысячные коллективы, и в результате необоснованных, наверное, и решений управленческих или имеющие умысел, когда доводят предприятие до такого состояния. Как вы знаете, что позиция правительства, Стрелихин Александр Михайлович сказал, что об этом говорить рано, но необходимо на сегодняшний день всеми уровнями заниматься для того, чтобы это предприятие не допустить до закрытия или до банкротства, потому что сотни и тысячи людей останутся без доходов. А это и традиции, это семейные трудовые династии, которые работали, да и вообще люди, имеющие работу, за которую получают заработную плату, и, конечно, это само предприятие, которое является там легендарным. И здесь на уровне правительства на сегодняшний день ряд министерств будет задействовано, возможно, поддержка и федерального уровня для того, чтобы предприятие не допустить до такого состояния. И вы знаете, что в последнее время у нас город Энгельс, это Тролза, которое тоже вот-вот должно было уйти и в банкротство, распустить и трудовой коллектив на сегодняшний день при поддержке и Вячеслава Викторовича, и губернатора Валерия Васильевича. Решение принято для того, чтобы предприятие продолжило, переформатировав свою структуру, выпускать продукцию. Поэтому задача, чтобы предприятие продолжило работу. Спасибо.